Так, здравствуйте, девушки. По-моему, у вас отличный сегодня такой бег был. И Саша вам довольна, благодаря девчонок, потому что они очень хорошо выступили сегодня. Молодцы. Как, Саша, оцениваете? Все очень помогли, особенно Аня, которая нас вела первые 800 метров. Здорово. Помогла нам показать результат. Ей огромное спасибо. Анна Шагина, да? Кто там? Буйнова. Анна? Буйнова. Ага, ясно. Она у нас была пейсмейкером. Угу. Поэтому мы очень рады, спасибо, что нам помогли. А какой результат сегодня показали? Точно еще не сказали, но 4.05, по-моему. Это хороший, по-моему, это ваш личный рекорд, по-моему, обоих, нет? Личный. Я надеюсь, да, что у меня тоже личный рекорд получится, надеюсь. По-моему, была такая интересная честь забега, только в самом конце, по-моему, Саша выстрелила, по-моему. Да, бежать было очень интересно, девочки все были рядом. Как бы по экрану можно было смотреть немного, кто где находится. Мне очень понравился. Забег был очень интересный. Бежать было очень хорошо. Только погода сегодня немножко. Видите, дождь пошел, как нарочно, вам опять не повезло. Да, дождя такого не было, наоборот, как-то. А, прохладная погода лучше, да? Надо бежать? Да, хорошо. Комфортнее. Да, и дождя не было, и ветер тоже не чувствовался. Да. Теперь... Повезло, да? Теперь Кубок России будет здесь, да? Здесь же будем? Да. Будем тоже бороться здесь? Пойдем сюда? По, приходить на чемпионат России, на Кубок России, да, будет Кубок, да. А Кубок России будет в Ирино, да? Да, ясно. 14-15. Приглашайте сюда тоже поехать. Обязательно. Конечно. Все приезжайте, смотрите. Попадем. Потому что, мне так кажется, или в последнее время действительно вы стали приближаться к этому к уровню. Ведь за границей даже семейня не прибавляет, а вы прибавляете. Такое ощущение, что такими темпами до Олимпиады в Токио, по-моему, вы ее достанете. Конечно. Спасибо. Правильно? Показываем семейне настоящую силу наших русских девушек. Да. Женственных девушек и красивых. Спасибо. Спасибо большое вам. Удачи вам. Спасибо.